Мир вам, дорогие зрители. Я сейчас нахожусь опять в храме Гроба Господня, в церкви армянской Святого Григория Просветителя. У меня сегодня в моей программе «Вопросы в ортопеда» гость, очень известный в соцсетях под таким ником Хосров Рижский, отец Хосров из Риги. Он с маленькой группой в паломничестве находится в Иерусалиме. Сейчас мы вот в гробе Господнем. Я вот, пользуясь моментом, решил взять у отца Хосрова такое интервью. То есть своими вопросами, как вопросы в ортопеда. То есть оставайтесь с нами, дорогие, и приятного вам просмотра.